семку. Ну, что могу сказать? Я так и не нашел, куда нам нужно идти. Кто смотрел прошлую серию, тот поймет, о чем я. Я бегал полностью всю карту вдоль и поперек. Но здесь нашел какой-то храм стража. Вроде мы здесь с вами не были. Так что давайте... Давайте посмотрим, кто нас тут ждет. Так, ага. Подходит. Во. А вот и деталь, да, которую мы с вами нашли. Интересно, интересно. Может, нам сюда и надо? Может, нам сюда и надо, честно, без понятия. Ля какой. Ой, только не решу, я с тобой сражаться буду. А можно, пожалуйста, не надо? Так, давай заберем. Что это? Лик, 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 лик. Это... Так, 85. Минус 1, минус 2 радиации. Давай посмотрим. А ты шо, ля какой. Но не. Мне мой костюм больше нравится, тем более на нем броня есть. Это что такое? Фрагмент знаний. Отлично. Ё-моё. Здорово. Здорово. Тихо. А можно мне выпустить? Блин, так и знал, что что-то произойдет. Вот прям знал. Все? Закончился? Нелегко было. Ну да, согласен, нелегко было. Так, давайте... Давайте сейчас я посмотрю, включил ли я микро... Да, микро включен. Потратим на... Ага, выносливость, все. Давайте смотреть, восстановление, я думаю, не надо так... Давайте пойдемте в броню, да? Что это такое? Повышение. Нанесем урона по защищенным участкам. Так, мучитель повышает длительность эффекта. Так вот это эффекта я так и не понял. Ой. Ну, ладно. Будет в броне у нас, значит. Будет, значит, в броню. А это типа все на больше. Больше здесь ничего не надо. Можешь тыркнуть в эту штуку. Понял. И куда нам дальше? Неужели это типа все, ради чего я сюда приходил? Точно? Ради книжки и ради шлема? Так, игра, не прикалывайся. Дай мне подсказку. Ну, я так понял, что да, что это все, ради чего мы сюда... С вами приходили. Тю. Я так и не понял, мы монстра победили, либо не победили. Угу. Контрольная точка. Ладно. Давай сохранимся. И что это нам дало? А ровным счетом ничего, да? Так, бабайка будет? Либо не будет. Не, походу не будет. Блин, только не ври, что я ради шлема сюда приходил и потратил ключик. Так, что у нас? Рюкзак. Материалы. Потертое кольцо. Карта.
Тю. Тю-тю-тю. Фу-фу-фу. Бред какой-то. Ладно, пошлите обратно. Пошлите обратно тогда. Я-то думал, а нам просто папочку дали. Я так понимаю, мы сейчас опять будем бродить с вами 60 тысяч дней, да, вот тут? Просто куда дальше идти? Найти след основателя джунглей. Ну как мне его найти, если я даже не знаю, куда идти? Если я не знаю, куда идти? Так, ты кто? Кто ты, кто ты? Ага. Ага, здорово. Значит, все-таки правильно, да? Значит, все-таки правильно. Тихо. Тихонечко, ты чего? Алло. Так, бабайка. Стой. Дай воспользоваться дробовиком. Дар стража. Шикарно. Шикарно. Так, эту ж... Эту уже он завалил, я понял. Так, давай смотреть таланты. Дар стража. Снижает урон в ближнем бою 0.5. Ага, информация. Уменьшает получаемый урон в ближнем бою. Можно получить... За убийство ужаса. Орен зачок. Здесь у нас ничего нету, да? Здесь ничего нету. Хорошо. Я так понимаю, мы теперь сохраняемся, да? Да, давай, наверное, сохранимся. Так, а ну, ребят, разберитесь с ними. А я пока по карте посмотрю. Если честно, я без понятия, куда нам нужно. И что мы должны сделать? Тут я ничего не забыл. Блин, может назад надо идти, либо вперед. Худой. Так. А ну. Ты кто? Иди сюда. Кто тут экает? Так, дай мне карту. Но везде, где мигает. Это типа сохранялки. Блин. О, во, начинается. Так, до побачення. Ага. Так, я вашего босса победил. Думаете, я с вами не справлюсь? Неужели думаете, что я с вами не справлюсь? Ладно. Контрольная точка. Блин, и куда бежать? Неужели назад домой? Так, не спи, замерзнешь. Неужели бежать назад домой? До телепорта. Ладно, давай побегаем, давай посмотрим. На крайняк вернемся назад.
Так, бонжур. Реально, хотя бы подсказку какую-то давали. Да, я тут себе меч немножко прокачал. Так что теперь можем и на мечах с ними драться. Когда патрошки закончатся. Так, бонжур. Лежать. Нелегко было. Мне надо найти след в джунглях здесь. А где... где мне его тут искать? Где мне тут его искать? Вот это, если честно, я реально без понятия. Тут столько локаций, столько мест. Что я начинаю спутаться. Вот какой-то вход. Но там мы, по-моему, с вами были. Там мы, по-моему, были с вами. Ну ладно, побежали. Честно, я без понятия, ребят. В этой серии просто будем с вами бегать. Туда-сюда. Так, бегим. Давай посмотрим. Это, по-моему, карта просто прямая, да. Окей, побежали. Но нам в любом случае нужно, да, найти. Ключ Эллена привел меня в джунгли. Может быть, сюда отправился основатель. Такое у меня предчувствие. Основателя здесь я и не вижу. Нема тут основателя. И подсказать мне никто не хочет по поводу этого основателя. Здравствуй, Пакультек. Привет, Пакультек. Так, кто вы, сколько же... зачем бессмертному отказываться от бессмертия? Это долгая история. Тебе правда интересно? Да, давай расскажи. Долгие годы императрица контролирует знать с помощью Тейн, древа жизни. Плод Тейн дает бессмертие. Но что древо мертво, знают лишь приближенные императрицы. Знать догадывается об этом. Но пока они получают вожделенные плоды из запасов, они не задают лишних вопросов. Я знала это. Презирала это. Но продолжала служить. Бессмертие — это великий соблазн. Ну да, согласен. Такого сложно отказаться. Многие думают так же. Запасы сокращались. Знать жаловалась, а простые люди страдали. Я видела это. И ничего не сделала. Чтобы успокоить знать, императрица обвинила деревню Ксока в краже. Меня отправили казнить жителей. Они были невиновны. Семьи. Дети. В тот день я ушла от императрицы, и с тех пор борюсь с ней. Окей, удачи, спасибо. Да-да-да. Очень интересно, но ничего не понятно. Просто я вчера бегал здесь... туда-сюда. Плюс нашел эту дверь, где мы с вами с этим, с мини-боссом сражались. Надеюсь, мы его победили. Тут я тоже был. Блин, надо будет на выносливость, чтобы не так сильно расходовалось тратить знания свои. Так, пошли дальше. Пошлите дальше. Давай смотреть. Карта. Угу. И тут три пути. А вот справа мы с вами не были, да? Где темная часть? Тогда, может, побежали туда сходим? Блин, если бы еще метка ставилась бы. Справа там где? Ага. Ладно. Давай попробуем.
Бонжур. Блин, как хорошо, что здесь броня нет. Его не уничтожается какой-то. Как в Сталкере, что ее не нужно ремонтировать. Да и во всех остальных играх. Так, нам, по-моему, куда-то... Куда-то сюда, потом направо, да? Только нужно сначала пройти это все. Как это пройти? Так, понеслась. Понеслась. Так, до побачення, до побачення, до побачення. Так, минус. Угу, лежать. Лежать, лежать, лежать. Ой, как вы достали меня. Так, что это такое? Что это такое было? Так, нам сюда, да? Так, по мини-карте, по-моему, нам сюда. Где мы? Справился. Прямо и направо. Надо прямо. И тут как-то направо пройти. Так, ага, сюда. Тут направо. Насколько я понял. Да, правильно. Здесь мы с вами не были, по-моему. Здесь у нас не открыто ничего. Давай смотреть. Ой, ля, какой мощный зайчик. Красивый дракоша. Или что это такое было? Так, здесь, по-моему, не были, потому что здесь все серым. Ага, да. Ладно, идемте посмотрим. Что-то эти звуки мне вообще не нравятся. Так, ребят. Help. Ага. Это Морбиус тут летает. Ну, либо мы тут были. Так, до побачення. До побачення. Ой, ё-моё, сколько вас тут. Очко навыков. Хорошо. Давайте потратим таланты. Так, вот, восстановление. Либо... Расход выносливости минус 7%. Вот, минус 8. Все. По идее... Мы теперь должны меньше расходовать выносливость. Хотя не факт, конечно. Что это именно так работает, как я подумал. Так, ну правильно же мы идем. Надеюсь. Нам куда-то, вообще-то туда куда-то. Что у нас здесь находится? Ага, зелье. Чемодан. Чемоданчики, все, да? Окей. Так, сюда и пройдем. Ля, даже выше можно как-то. Даже можно выше как-то подняться. На всякий пожарный активируем. Надеюсь, здесь где-то находится. Ну да. В этой дверке мы с вами не были еще. Ладно, побежали. Побежали, побежали. Что-то как-то пусто тут. Это как-то пустовато тут, а. Так, надеюсь, тут финальный босс, либо финальный кто-то, и мы с вами закончим на этой локации. Потому что уже, по-моему, третья или какая четвертая серия будет, что мы на этой локации бегаем. А мы еще много чего с вами не закончили. Так, давай сохраняться. Так, перемещение нам не надо, спасибо. Побежали. Или мы тут были?
Или не были. Так, грозовые тоннели. Не, мы тут не были. Ага, а вот и босс нас ждет здесь. Мини-босс, я так понимаю. Ну что, готовы? Я лично не готов, но ладно, давайте попробуем. О, здорово, ля какой. Ну я, может, давай дружить? Может, ну его? Понял, дружить ты не хочешь. Понял, понял, он не хочет с нами дружить, ребят. Так. Ага, здорово. Здорово, как оно? Так, бонжур. Поневри, что за мной охотиться сейчас будешь. Ага. Понял. Так, ты тут с друзьями, да? А ты тут с друзьями, я смотрю. А сам не хочешь, да, сражаться? Так, мне пехаль нужен. Мне нужен пехаль, чтобы на него отправить эту штуку. Так. Где ты? А, вот ты, где? Тихо, тихонечко, тихонечко. Тихонечко. Так, еще пару раз. И у нас будет с вами... эта штука, с которой мы сможем использовать. Ой, ё-моё, камушком в лицо. Так, можем использовать? Не можем. Ё-моё. Так, я вообще ничего не понимаю, что происходит. Если честно. Честно, я вообще ничего не понимаю, что происходит. Нет, 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 пожалуйста, нет, ну... Окей, окей, океюшки, окей, океюшки, ладно. Давайте еще раз попробуем вместе. Если нет, то сам потом в одиночку его пройду без записи. И продолжим. Просто спехаля вот эта вот штука, вот этот твой рой, почему-то не начал его доставать сразу же. Нужно, наверное, ближе к нему подойти, чтобы это все сработало. Еще неприятности. Наверное, надо ближе просто. Надо ближе, наверное, к нему подойти. Тихо. Вот так. Если бы он не прыгал бы разным вот этим местам. Было вообще хорошо. Так, до побачення. Минус. Так, ребятушки, помогайте мне. Помогайте, помогайте. Интересно, эти мечи тоже надо сносить, вот эти вот. Можно маны немножко заработать. Тихонечко. Еще пару выстрелов. Ой, камушком в лицо. Дядю, падла. И еще разочек. Стой, 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 стой. Ну, стой.
Ой, как же вы меня бесите. Ладно, ребят, сейчас я пройду босса и продолжим. Все, не прощаюсь. Нелегко было. Да, это было нелегко, но я таки это прошел. Нам даже что-то дали с вами. Так, давайте смотреть. Талант. Талант, талант, талант. Что это такое? Мистический удар. Так, заряд модификатора в ближнем бою. 1.25. Следующий. Ага, давайте потратим. Что нам дали? Что нам дали? Нам что-то дали. Косточку. Так, ценный ресурс, добытый после убийства. Идеальный духом для... Ага, используется для создания мощного оружия. Окей. Если честно, это получается... Не хватает места. Я поставил на паузу и сразу же прошел. Ну, то есть... Я мог рюкзак забит. Мог на паузу даже не ставить. Ну, ладно, я же не знал, сколько я здесь буду с ним бегать. Так что, главное, что мы его победили, ребят. Так, бегем дальше. Не хватает места. Не хватает, так не хватает. Угу, это мне наверх, да? Не хватает места. Ой, я чуть не упал. Угу, значит, не наверх, значит, на... А это типа все? Это на выход? Если я сейчас туда сниз прыгну, то... На этом все и закончится. Ладно, идем на выход, идем на выход. Главное, что мы его победили. Главное, что мы его победили с вами. А, конечно, можно паузу был и не ставить, но в основном мне бывает такое, что я раза с пятого где-то прохожу. Потом вот это вот нарезать, вырезать каждый раз. Что-то говорить, так что... Так что как-то так. Так, ладно. На выход... Карта. Окей, по-любому сохранимся. По-любому сохранимся. Ну все, я надеюсь, больше не будет никаких монстров. Или будет? Так, тюрьма основателя. Ага. По-любому новая локация. Здесь мы еще с вами не были. Так, пошли вниз. Пошли вниз, пошли смотреть. О, бонжур. У нас с вами аж 18 аптечек. Что снова увижу человека. Как тебе удалось пробраться в этот мир? Так, командир Фолк, активировал красный кристалл. Корневая мать сказала найти вас в лабиринте. Вот. Корневая мать. С чего ей посылать тебя за мной? Нравится ты ей. Так, нужно оставить корень на Атолле дракона. Корень на Атолле? Это блок 17. Ха, но зачем тебе это? Черт. Костелап источник. Путь открыл спящий Харсгаарда. Труд всей моей жизни. Предупреждаю, это опасный путь. Но ты можешь. Ты можешь сделать то, чего не смог я. Чем могу помочь? Кто такой? Ага, вы расскажете, как попасть в эту башню? Да, я знаю, как попасть внутрь. В блоке 13 есть зеркало. Не в главных залах. Оно закрыто на нижних этажах. Оно действует как путь в другие блоки. Вот, эта карта разблокирует компьютер, подключенный к зеркалу. Так, ну как мне добраться до зеркала, если путь к нему закрыт? Да, конечно. Помнишь мой кабинет? На верстаке лежит ключ-карта. Да, с ней ты сможешь попасть в блок 13. Спустись на нижний этаж базы и найди закрытую дверь.
Окей, спасибочки. Это тебе спасибо. У меня наконец-то появилась надежда. Шикарно. Так, ключ получили. У меня тоже появилась надежда, что мы скоро пройдем это все. Все? Ты же сам выберешься, надеюсь, отсюда или нет? А нам, походу, пора, да? Пора, не пора? Возвращаемся в блок 13. Ищем дверку и идем куда-то там. Я уже даже не помню, что мы вообще сюда приходили изначально. Нам надо было попасть в башню. Помните, в этом как его, когда начало игры было, типа, попадите в башню. И что-то там, кого-то там. Так что давай. Пошли. Так, перемещение, вернуться в блок 13. Yeah, baby. Так, шикарно. Идемте искать дверь. Используйте зеркало в блоке 13. Давай используем. Только давай посмотрим, сможем ли мы тут сейчас себе еще дробовик прокачать. Да отстань ты от меня со своей болтовнёй. Ага, погоди, а ну иди сюда. Да? Да. Ну ладно. Что это такое? Выстрел статическим полем. Та ты шо, ля. Давайте сделаем. Ага, иди уже. Ага, иду. Так, давай посмотрим. Ага, не то взял? Ага, вот взял. Пиу, пиу. Блин, прикольно. Наверное, если бы иди я тут уже бы... Да, успокойся, если бы я тут с друзьями катал бы, наверное, прокачивала бы дальше все эти пусики. Эй, бродяга. Но я так понял, что уже финал, да? Так, хочу взглянуть. Давай поглядим. Да, давай поглядим. Ни дробовик не могу прокачать, ни эту штуку не могу прокачать. Так, что тут нужно? Броня. Зато броню, да, могу? Прям себе качнуть и ножки качнуть. Все, отлично. Ну, давай потратим на, в принципе, что. Угу. Ну и все. Пока. Да, давай. Пока-пока. Так, давай искать зеркало. Бонжур. А ты не знаешь, где зеркало значит, находится? Значит, лабиринт существует. Мой дед рассказывал о башне в городе. Называл ее дверью к другим дверям. Я думала, это все выдумки. Вдруг он где-то там. Угу. Как говорил мой дед, я твой дед. Так, а где это зеркало на нижних этажах? Давай смотреть, давай смотреть. Так, ну тут явно ничего, никого нету, да? Кроме хлама. Вот так, так. Так, дай сюда. На нижних этажах. Так, это же жадность называется. А может быть... Хотя не, погоди, он сказал возле компьютера где-то, да? Где-то возле компьютера должно быть что-то там кого-то. Так, чтобы продолжить, нажмите любую кнопку. Так, диагностика систем, журнал. Осторожно, выход, диагностика систем. Угу. Понял. Не туда, тут нельзя, да, открыть? Ладно, это мы сейчас часов еще 6 будем бродить. Искать дверь закрытую. Так, привет, бабуся. Бабуся Ягуся. Где дверка? Блин, я реально что-то упускаю, да, наверное? Так, давай смотреть по мини-карте. Ага. Мини-карта здесь как раз помощник B2. Так, B1 мы здесь были, а в B2 вроде мы не спускались, да? Так, давай смотреть.
Давай смотреть. Подходит? Да, подходит. Отлично. Где стали библиотеки? Знания. Так, пробивайте. Электронная почта. Давай смотреть. Протокол безопасности. Хорошо. Так, ё-моё, дай вот эту вот штуку. Да не, дай. О. Очко навыков, таланты. Хорошо, куда мы... Снижает урон в дальнем бою. Восстановление... Восстанавливаться быстрее будет. Ну, по идее же нам сюда куда-то, либо... Либо сюда... Куда? Так, чтобы подушить, нажмите любую кнопку. Журнал или кнопку отчета, диагностика. Диагностика систем нам не нужна. Вот эта вот зеленая штука была бы... Было бы неплохо. Так. Что это такое? Что это такое? Ля, даже куно показывает. Да ты шо? Ага. Вот это будете много времени в интернете проводить. Вот такое же самое с вами будет, так что... Давайте, досмотрели видосик, поставили лайки, пошли на улицу, погуляли. Блин, одни компьютеры. Одни компьютеры. Но нам вроде нужен какой-то будет из компьютеров. Либо не нужен. Так. Правильно идем? Или я, как обычно, заблудился? Я. Так, вот этот вот ключ, да? Кажется, ничего не подходит. Почему? Алло? Что за бред? Нам же сюда, правильно? Ой, тогда чего он мне ключ дал? Если не отсюда. Или это еще очередная дверь? Так, тут закрыто. Тут закрыто, хорошо. Спасибо за бинтик и коробку с боеприпасами. Так, кто в курсе, а ну помогайте мне, что мне тут делать нужно? По-моему, здесь уже все облутал, да? Нет, не все. Что такое? Что это такое было? Так, предохранитель. Угу, дополнительные предохранители, напряжение. Ага, то есть мне еще предохранители искать нужно, да? Или да, либо нет. Так, знание старца. Угу, спасибо. Прикольная песня. Хочу себе на рингтон. Дайте на рингтон поставить. Ладно. Побежали назад. Погодили, мы сюда и пришли. Почему она не подходит, этот ключик? Алло, меня дед обманул. Ничего не подходит. Ладно, я сейчас к нему вернусь. И мэкну его. Окей, бежим. Окей, окей, назад. Может, ниже нужно спуститься? Так, давай попробуем... Ой. Попробуем ниже спуститься.
Так, B3, хорошо. Здесь же бабаек нету. Мы же просто пройдем с вами, правильно? Так, бонжур. Ага, а в чем проблема? В чем проблема? А нам не хватает с вами электричества, правильно я понимаю? То есть нам нужно подключить как-то электричество или что? Стой. Вот она чего. Ля, ребят, чуть не пропустил. Во. Хорошо. А теперь дай сюда. Отлично. Блин, как хорошо, что этот предохранитель нашел. Как же хорошо. Так, давай направо сначала. Потом налево сбегаем. Так, бинтик. Ага, спасибо, пожалуйста. Надеюсь, нашего оружия... Нашего оружия и брони хватит на финального босса. Я так понимаю, в любом случае он должен быть. Так, телефонная. Ага, что-то запрятали, падлы. Коробка с боеприпасами. На меня ее много. Ага, стрелять не могу. Понял. Патрошков у нас много. Я так понимаю, мне к тебе вот сюда, да? Да. Отлично. Нажми, чтобы продолжить. Так, подготовка зеркала. Во, подготовка зеркала. Угу. Да ты шоля. А можно посмотреть, что у вас тут лежит? О. Дай сюда. Дай. Знания. Знания, таланты. Так, что это такое? Текущий опыт. Заряд модификатора. Бумс. Так, ребят, давайте, наверное, мы уже в финальной серии. Я так понимаю, что это будет финальная серия. Уже продолжим и посмотрим, что нас ждет там за зеркалом. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Не забудь поставить лайкосик. Ну, можно писать комментарии и подписаться. Так что все. Всем пока-пока. И в следующей серии уже будет финал. Ну, на это надеюсь. Все. Мур-мур.